Всем привет! Следующим соперником в карточной игре у нас будет Скаранца. Он находится в крепости Миропиц. Давайте узнаем. У него, по-моему, приключение, да? Да, приключение доступно. Здесь элементную реакцию надо вызвать, ребят. Элементную реакцию. Одержите победу за 5 раундов. Отряд мехи. Подкрепления нету. Колода у меня, в принципе, уже назначена. Я буду использовать ту, которая, в принципе, была... хороша в предыдущих боях, я надеюсь. Она здесь может показать себя. Так, оставляем. 4. 4 хп. Окей. Ну, давайте начнем с огонька. Как я понимаю, ребят, я не знаю, может быть, есть какие-то особые условия, если щиты будут появляться, либо какие-нибудь неожиданные моменты возникать. Я надеюсь, этого не будет. Так, анемы я оставляю, потому что, скорее всего, мы будем переключаться. Видите, ни одного огня нету. Ну что там, все, мы начинаем, да? Поединок один из одного, все хорошо. Пока никаких сюрпризов я не вижу. Единственный огонь нам нужен. Мне придется что-то использовать. Ну давайте пока это. О, шляпа, не, давай. Я шляпу хочу поставить. Она пассивка работает, нифига себе. Слушайте, ну не знаю, ну тут, ну, мне кажется, переключиться легче, чем пытаться какой-то огонь вызвать. А, я понял. У него обычные атаки по минус 3. Ой, какой ужас. Какой ужас. Ну, ходов у меня уже нет. Он сейчас будет... Ой, опять ты пришел. Специально, что ли? Я не понимаю. А, я понял. У этой штуки, смотрите, один заряд энергии. Видимо, она что-то очень серьезное умеет делать. Ладно, надеюсь, не увидим. А, здесь... Сейчас я, наверное, не буду это делать. Да, оставляем. Так, конец хода. Но мы его не добиваем, скорее всего. Да, мы его не добиваем. Он, получается, с огнем остается. Ну и анема, конечно же, сейчас влетит в него. Нам же нужно сделать одно. Так, это что у нас? А, ну хотя огонь давайте оставим. Без огня будет тяжело, ребят. Без огня тяжело. Эти штуки бьют очень больно. Не все по минус 3 бьют, что ли? Вы прикалываетесь? На тебе. Ой, надо было поставить эту. Вот это красиво смотрится. Очень даже. Больно будет сейчас. О, он переключается. Это хорошо. Он попал в нашу зависимость. Если вы понимаете, о чем я. Минус 3. Ульта. Нужна нам ульта вообще, кстати, или нет? Ладно, давайте вытащим что-нибудь подходящее. Ну тогда я на всякий случай сделаю вот так. Это мы отдаем. Пусть будет так. Да, ребят, он будет бить по минус 3. Представляете, по минус 3 он собирается бить всем. Так, у него будет ульта. Скорее всего, она просто уйдет от нас. Неприятно будет. Мы максимум сейчас можем сделать это минус 1. Или... Я делаю безумные вещи, ребят. Для того, чтобы ходить первым в следующий раз. Только все ради этого. Да, я этот минус один мне вообще бы ничего не дал бы. Вот если была бы вот эта карта, да, можно было бы ее оставить, и вообще было бы все идеально. Но видите, иногда приходится прибегать кое к чему интересному. Я надеюсь, это не будет моей ошибкой. Сейчас мы с Ешки ударим. О, дайсы просто великолепные.
Переключает на выбранного персонажа, создает один дайс, можно добавить в колоду. Нет, пока это не интересно, а вот это более интересно, ребят. Ой, надо было эту карту использовать. Ой, ну что я так спешу, за что? А он переключается, он мне что, шанс дает, что ли? Ребят, это шанс. Это шанс. Он, скорее всего, для того, чтобы я переключился и создал дайс. Да, или... Не, хотя зачем? Давайте не будем. Давайте мы вот так вот сохраним ей жизнь, во-первых. Мы сделаем вот так вот. Один дайс остается. Ой, два дайса остается. Мы можем их перенести. Кстати, у нас щит еще добавлен. Ну, понятно, то есть это минус 3, который он сейчас должен ударить по нам. Объявлен конец хода? Что? Но эта штука пропадет, она погибнет, а я не хотел бы на самом деле. Давайте вот так. Дайте вот так, вот так. И вот так, и все. И мы заканчиваем с этим, и следующий ход будет финальный, и мы победили, при этом даже все карты сохранили. Это прекрасно, ребят. Он сейчас ударит нам минус 3. Слушайте, ну эта колода очень хороша. Теперь она, по-моему, одна из моих самых любимых. Смотрите, количество дайсов какое. О, это было близко. Погоди, я могу погибнуть. Давай без глупости, пожалуйста. Я надеюсь, такого не будет. Он же не... Он реально сейчас ударит по всем, и там будет минус один, да? О, нет, смотрите, живые. Ну что, ребят, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца, обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Мы его победили, это было просто. Похоже, мне нужно посмотреть мою колоду. Отлично, мы его одолели. Увидимся, пока.